Российские летчики погибли в Сирии. Экипаж вертолета Ми-35 был расстрелян в провинции Хомс с земли террористами ИГИЛ, организации в России запрещенной. По некоторым данным, стреляли из американского комплекса ТАО. Это противотанковый ракетный комплекс. В заявлении Минобороны информация о происшедшем довольно скудная. Экипаж совершал облет вертолета. На борту вертолет нес полный боекомплект. Командир экипажа был очень опытным летчиком, полковник Хабибулин. Прошел 3 войны, был награжден 2 орденами мужества, был тяжело ранен, но все равно решил вернуться в свой полк на Кубани и снова летать. Второй летчик Евгений Долгин, лейтенант, первая командировка, всего 24 года, только женился. Они обкатывали боевую машину. В этот момент под Пальмирой исламисты начали наступать. Сирийцы попросили помочь огнем. И командир принял решение атаковать. Террористы были отброшены, но когда вертолет уже без боекомплекта лег на обратный курс, на предельно малых высотах его подбили. Машина упала на территории, контролируемой войсками Асада, но экипажу спастись не удалось. Посмертно полковник Хабибулин и лейтенант Долгин представлены к правительственным наградам.